Салам алейкум, пацаны! Обновление. Все самое главное именно в этом видеоролике. Разберем и покажу, добавили наконец-то обменник магического кубка. Покажу, как мы сможем забирать бесплатные вещи, как они будут вообще выходить, где они будут выходить. Покажу сегодня совершенно новые наборы. Покажу сегодня полностью то, что будет у нас добавлено, и многое еще другое. Ролик, обещаю, очень интересный будет. Даже Хазбик со мной не расстается, а сидит меня смотрит. Правильно, Хазбик? Братишка? Братулечек мой сидит, ждет меня. В общем, друзья мои, сегодня самое важное и самое главное расскажу именно, что у нас будет в игре. Конечно, друзья мои, перед просмотром обязательно не забудьте поставить свой царский лайк. Также не забывайте обязательно подписаться на мой YouTube-канал. Кстати, под предыдущим видеороликом у нас выигрывает алмазики вот этот участник, друзья мои. Вот этот участник у нас выигрывает. Так что, если ты также хочешь получать себе алмазики, просто под видеороликом напиши любой комментарий своим айдишником, и, возможно, ты по рандомайзеру тоже выиграешь себе алмазы. Ну а также, друзья мои, не забывайте, уже сегодня на стриме я выберу одного участника прямо на стриме на прокачку. Я решил, что зачем делать ролики, да, на прокачке. Я просто хотел сначала выбрать одного участника на 10 тысяч алмазов прокачать на стриме. А потом думаю, нет, я лучше это разделю и сделаю побольше стримов именно с прокачками. Поэтому сегодня после видеоролика все заходим на мой стрим, друзья мои. И сегодня на стриме кто-то из вас получит онлайн прокачку. И я на стриме прям вас прокачаю. Да, это будет реально шок-контент. Все ясно, братцы? Ну что, готовы, родные мы? Готовы. Кстати, братцы, не забывайте, что уже через 2 дня у нас в телеграм-канале проходят итоги розыгрыша на алмазы. Ссылочка на телеграм-канал тоже в описании. Заходи, подписывайся, и на там проходят все итоги и все розыгрыши. Ну, давайте начнем с самого начала. Во-первых, не забывайте, что нам добавили тапочки. Да. Возможно, сегодня на стриме, на прокачке, я вам повыбиваю вот эти вот тапочки, братцы. Да, вот эти тапочки я вам повыбиваю. Так что, возможно, кто-то из вас получит сегодня вот такую вот прокачку. То есть, получается, вышли тапочки, ну, на самом деле, взял неплохие. Сейчас я бы забрал бы синие, ну, красные тоже, на самом деле, взял неплохие. Красные тоже неплохие. То есть, это то, что касается тапочек, да? Это событие вышло уже сегодня. Далее, поехали дальше. Дальше, друзья мои, новый обменник магического кубка. Давайте с вами разберем, друзья мои. Вот как вам по 10-бальной шкале это обменник магического кубка? Вот просто в комментариях напишите. От 1 до 10. Мне, братцы, вот, наверное, 3 балла. 3 балла из 10. Ну, честно, обменник вообще, братцы, толком ни о чем. Вообще ни о чем. Ладно, поехали, разберем эти наборчики. Первый наборчик, это получается какой-то джентльмен, да, грубо говоря, я его нажимаю, называю, на мужской набор. Ну, вот это, вот честно, вот этот набор, один из самых, ну, 2 набора, которые мне понравились. Это раз набор белый, да, вот тут был. Это получается женский набор, это тоже женский набор. На самом деле вообще ни о чем. Эти вообще наборы вообще ни о чем. Что за наборы? Уберите их по-баратски. Просто... Стрём наборы, вот это тоже набор ни о чем. Просто зачем, куда с этим набором? Что за дизайнеры, кто создал эти наборы просто? Это тоже набор ни о чем. Зачем добавили-то обменник? Вообще обменник, честно, друзья, можно было другой бы добавить? Какие-нибудь хотя бы один. Вот этот второй набор неплохой, вот этот второй набор неплохой. Белый первый раз неплохой, вот этот второй набор неплохой. И все, наборы, в принципе, больше мне никакие не нравятся. Вот это тоже, ну, на женский, ну, блин, честно, тоже не нравится, честно. Тоже не нравится наборчик, вообще ни о чем. Также получается, вот этот набор просто, я не понимаю, зачем вы добавляете в обменник магии с кубка такие стрёмные наборы. И добавили набор, получается, бандита, только женский персонаж. Я уверен, что бандита добавит, друзья, мы, наверное, на следующий год. А, ну еще этот набор неплохой, да, еще этот неплохой. Ну, 3 наборчика, но это тоже неплохой, да, друзья, мы... Чуть-чуть поправлюсь. Вот, ну, все ждали набор бандита. Но что вам стоит добавить один набор бандита? Добавьте, господи. Все будут рады, ё-моё, блин, братцы. Ну, на самом деле, я очень ждал бандита, на самом деле, очень ждал. Но, как всегда, да, его, конечно, братцы не добавили. Очень обидно. Друзья мои, кто расстроился, что не добавили обменник магического кубка, да, на бандита? Вот честно, я честно, братцы, вот скажу честно. Я расстроился за вас всех, вот реально. Потому что вы все ждали так вообще. Вот поэтому мне немножко обидненько. Ладненько, поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, халява. Вы знаете, что вот эту всю халяву мы будем получать бесплатно уже с выходом обновления. Новые скинчики, катан и так далее. Как мы будем получать? Появится определенное событие, где вы, например, сможете добраться. Видите, у нас событие есть сейчас. Сейчас внизу есть событие, вот это вот, да? Все знаете, к супергероям. События знать, да, это оно у всех есть. Вот, такое же появится и у нас событие. Только уже появится, получается, с другим событием, вот с этим событием, с бесплатными вещами. Вы туда будете, получается, друзья, заходить, да, вы туда будете заходить.
Вот, и что вы там будете делать? Там, получается, появится вот такое вот меню, где будут ледяные, получается, ящики. И в каждом ледяном ящике вы сможете получать себе определенные награды. Вы их будете также крутить, эти ящики, да, получать жетончики и будете получать определенные награды. Что в этих жетончиках будет? Точнее, ящиках. Для начала там будет, сначала будет этим... жетоны, вот эти вот жетоны, которые давать будут вам определенную способность к вашим стенкам, это раз. Во вторую получается, далее у нас получается, это будет даваться бесплатно, вот такая вот паранг бесплатный, да, бесплатный паранг, вот такой будет даваться, очень офигенный. Эффекты просто нереально зашкаливают, очень обалденные, то есть это касается именно паранга, да. Также получается скинчик временный будет у нас на оружие, ну это в принципе, это ни о чем тоже, братцы, скинчик наверное уже у всех такой наверное есть, да, зимородок на скинчик, вот получается. Также получается скинчик на маг, ну тоже в принципе это все, братцы, временно. Вот далее конечно же будет даваться вот такой вот набор зимы на женский персонаж, да, вот такой вот наборчик. Тоже, чтобы понимали, это все бесплатно. Наборчик вот тоже мы сможем получить. Вот. И помимо наборчика, конечно же, мы еще будем получать разные определенные вещи. Пока что будут даваться еще эмоции, будут добавляться. Но по поводу эмоций, конечно, браться это под вопросом. Вот. Далее, конечно же, хочу вам показать, что у нас должен обновиться магазин. Магазин, да. Говорят, что должен обновиться магазин с выходом обновления вещей. То есть, получается, будут добавлены новые вещи за золото. Ну, в принципе, неплохо. Реально, в принципе, неплохо. Я, конечно, удивлен, если эти вещи нам добавятся реально за золото. А также говорят, что добавят, получается, бороду и банданы тоже будут обновляться у нас в магазине. Ну, не знаю, братцы, если это реально появится, то будет реально очень топово. Очень топово. Тем более, давно уже, да, не обновляли магазин за золото, да, именно вещей. Вот, поэтому давай, друзья мои. По максимальному, братцы, не забывайте, по максимальному подписываться на мой канал. Вот прямо сейчас, братцы, просто возьмите внизу, нажмите кнопочку подписаться, поставить лайк и колокольчик, и нажимайте все уведомления, это очень важно. А также после видеоролика не забывайте заходить на мой стрим, братцы, и на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. Именно в телеграм-канале я каждый выходные разыгрываю вам алмазы, показываю все свежие новости там, общение с подписчиками там, там у нас есть свой чат, там много чего интересного, не пожалеете. Телеграм-канал, просто внизу ссылочка в описании, подписывайтесь. То есть, получается, магазин у нас будет также, получается, обновлен. Тоже неплохо, и также будет добавляться за золото у нас, это, получается, головной убор. Кепочки, масочки и так далее. То есть, ну, неплохо, я считаю, бомбово. Если это добавят, и повторюсь еще раз, это будет очень топово. Вот, ну и, конечно же, братцы, хочу показать вам все наборы, которые будут у нас также добавлены у нас после обновления, да. Все обновленные наборчики, которые также у нас появятся. Наборчиков, на самом деле, очень много. Поэтому я хочу вам показать наборы, которые уже есть в хорошем качестве, потому что, помните, я вам показывал наборчики, но они все были, братцы, реально, ну, не в очень хорошем качестве, реально были, не в очень. Вот, и хочу сегодня показать, на самом деле, друзья мои, еще хочу кое-что подметить, у нас впереди еще будет очень много крутых событий. Давай сначала покажу вам, друзья мои, вот этот обменник, вот эти наборы покажу вам, тоже офигенный наборчик, точнее, наборы офигенные. Тут некоторые наборы у нас есть, получается, с Буяхпасом. Да, есть в Буяхпаса некоторые наборчики, мужские, женские наборы, уже в хорошем качестве. Эти все наборы, которые появятся у нас на регионе. Офигенные наборы, мне они очень зашли. Получается, эти все наборы у нас, как они топово выглядят. Это все уже с нового Буяхпаса, который будет октябрь, ноябрь и декабрь. Вот эти все Буяхпасы будут у нас выходить. Наборы четкие, даже женские, мужские, вообще обалденно смотрятся. Лично видно, мне они очень нравятся. То есть наборы бомбовые. Вот также получается у нас вот такие вот наборчики тоже. Ну, честно, наборы, вот этот Буяхпас, он какой-то необычный. Реально какой-то необычный. Женский, мужской набор тоже, в принципе, такой, ну, неплохой. Неплохой. Также получается у нас вот такие вот наборчики тоже будут. В виде какие-то молнии, да? В виде молнии, короче, вот такие вот наборчики. Тоже будут у нас выходить. Также наш женский персонаж тоже появится. Также получается такие вот наборчики тоже у нас будут. Тоже с Буяхпаса, если не ошибаюсь, да, друзья? Да, это с Буяхпаса, если не ошибаюсь. Получается женские и мужские наборы. Вот. Все в хорошем качестве. Получается наборы инь-янь тоже в хорошем качестве. Смотрите, какие, друзья мои. Тоже у нас, скорее всего, появится набор инь-янь, да. Тоже обалденный. Также он имеется и на женский персонаж, и на мужской.
Это получается новый измененный набор инь-янь. Вот. Ну и также получается мужской набор. Вот. Наборы у нас... Что за набор такой? Нифига себе. Набор мастера какого-то прям реально. Нифига к появлению наборчика идеальная. Прическа неплохая на самом деле. Набор прикольный. Какой-то танцор, да? Это какой-то танцор, короче. Получается также и есть на женский набор. Тоже такого же формата. Нифига себе, прикольно. Прикольно, прикольно. Также получается вот такой вот набор. А что за набор? А что за набор такой? А, это маска. Это просто маска. Я думал, это какой-то набор. Также маска это будет добавлена. А, или это набор? А, это маски. Это головные уборы, что ли? Я не понимаю. Непонятно, короче. Также такие вот наборы какие-то тоже у нас. В виде каких-то танцоров, да? Тоже довольно-таки интересно смотрится. Вот. Сразу говорю, друзья, некоторые наборы, конечно, у нас появятся на регионе, которые я вам показываю. Некоторые, конечно, у нас, друзья мои, не появятся. Потому что некоторые наборы с мирового турнира. Ну, хотя, возможно, у нас тоже что-то и добавят с мирового турнира. То есть это что касается, друзья мои, новых наборчиков, которые также будут выходить у нас уже совсем скоро, а именно после обновления. Всем все ясно, братцы. Ну что, родные мои, я вас люблю, обнимаю. Выполняйте всего лишь два условия, три условия. Подписываемся на мой YouTube-канал прямо сейчас. Ставим колокольчик, все уведомления, это важно. Второе условие, подписываемся на мой телеграм-канал, это важно. Также ссылочка будет в описании под видеороликом, да. И третье, обязательно заходим каждый день на мои стримы, братцы. Это тоже очень важно. Всем все ясно. Не забывайте также про настройки. Тому, кому нужны настройки на ваши телефоны, в ВК пишите. Я вам дам VIP-настройки по очень дешевым ценам. Цены реально дорогие, зато рабочие. Размер кнопки, худи, пиар, расположение и много чего входит в эти настройки. Очень много реально чего себе получите. Вот. Ну и также не забывайте, родные мои, что если у вас какие-то возникают сложности при покупке себе ваучера, алмазов, также можешь ко мне обратиться ВКонтакте. Также вам могу приобрести, за это беру маленькую комиссию. Все, всем пока, люблю, обнимаю, сердце прижимаю. Вы самая лучшая аудитория. Всем пока.